Всем привет! Помаши Матусе привет всем! Марта такая смешная девочка, вот придумала так сосать апельсин. Как сиси сосет или как бутылочку. Вы издеваетесь надо мной? Это я первый придумал. Ну, она не может за тобой повторять. Я она же ребенок. Так, я всегда так апельсины сосу. Дырочку там делаю и потом высасываю оттуда все. Молодец. Потом съедаю. Вкусно, да, Матусь? Матуся, купила такое мороженое. Это пюре манго. Без сахара. На драку собаку уже второе ведро. Подожди, чуть-чуть подтает. Я его так вот с боков соскребаю, и она ест. Уже много съела. Купила в магазине сейчас два пучка джусая. Прям когда свеженькие есть, я всегда беру. И вот смотрите, у меня тут овощанка была. Я ее, так скажем, освежила, добавила чуть-чуть джусая, пропарила. И это очень-очень вкусно и полезно. У меня тут такой сильный недосол. Я добавляю водоросли Далс на iHerb. Тоже всегда заказываю вместо соли, когда хочу временно от соли отказаться. Либо вообще желательно от нее полностью отказаться. Вот так вот добавляю соли. У меня тут редька с лимоном. И никакого вздутия у меня не бывает от такой еды. Наоборот, все идеально. Соль – это такой главный пунктик, который я не убрала со своей жизни, хотя стараюсь минимизировать, но готовлю для всех, не могу не солить. Я и так стараюсь повкуснее детям делать, чтобы они хоть как-то ели еду, потому что, ну, согласитесь, что традиционная еда в любом случае вкуснее. И я всегда говорю, что вот моя еда подходит только для подготовленных людей, детей. Например, блины, оладушки мои, многие дети не будут есть, потому что они ожидают традиционный вкус блинов. И, кстати, блины я никогда не делаю сладкими, я люблю их есть там, с медом, если я захочу сладкие, либо с чем-то с овощами, если не захочу. Сахара я никогда не добавляю. И уже детям сахара не хватает в блинах. Ну и так со всей едой. Овощи мало детей едят. Ну вот соль, да, это главный наркотик. Наверное, на первом месте, на втором месте сахар. Многую еду мы едим ради соли. Если вот проанализировать, да, вареную еду почти что невозможно есть без соли. Без соли, без сахара мы едим только овощи, фрукты. И это всегда вкусно. Хотя я знаю случаи, когда арбузы солят. В Таиланде почему-то подают соль к арбузам. Это странно, это странно. В Таиланде есть самая лучшая еда на планете, но люди почему-то предпочитают есть там много теста, много каких-то там... На базар пойдешь, там как в мясной отдел пойдешь, там столько мух, столько вони. Мне кажется, что там половина всего протухшего уже. Ой, все, ладно, не к столу сказано. Что значит по-настоящему кайфанула от своего обеда? Для меня сейчас самое главное, что никакой тяжести нет. После того, как ты поела, просто чувство сытости, такого тепла, уюта. Я заметила, даже когда поем тофу, рис, тяжесть есть. Поэтому я стараюсь даже их исключать из своего рациона. Очень хороший пример для меня – машина. Самый лучший бензин считается тот, который быстрее всего сгорает. Он дороже. И также с едой. Та еда, которая быстрее переваривается, она считается лучшей для нашего организма. Некоторые действительно умеют готовить вкусно веганскую еду, которая даст фору и обычной традиционной еде. Это вот, например, индийские кафе. Там очень вкусно. Но... Фишка в том, что там много соли, масла, сахара. Три ингредиента. Вот каждый повар знает эту фишку. Соль, сахар и масло. И тогда будет очень вкусно. В столовых даже в обычную тушеную капусту добавляют сахар. Ну, не спорю, это вкусно, но как это отражается на нашем организме? Я за то, чтобы еда была для жизни, а не для противоположного.
Едем на зеленый базар. Ты баламутка. А ты куда? Я думаю, где мама? Вон она, оказывается, сзади идет. Не догоняет. Темп не тот. Она видит, ой, вот я, короче, взяла с собой коляску, чтобы не таскать. Ну и сумки, пакеты, конечно же. Вот еще пакеты. И рюкзак. А? Ну, чтобы не таскать на себе. А коляска? Тоже. Марка с собой. Вот тут вот дыни беру, парня, всегда. Так, что, вот 4, еще одну. Все забрала. Больше нету? Больше нет. Ну, хорошо. Все забрали. До следующего раза будет, надеюсь. Все, теперь нам утащить бы это вот надо до коляски. Взвешить. А, да, точно. Так, что мы там еще? Где там мама? Папа пришел. Еле нашел? Оказывается, телефон у меня. А я думаю, позвони. Но он знает, где мы. Сюда сейчас Лёжу сделаем. Мама теперь себе набирает тоже. Мне вот столько же мандаринов. Да можно еще чуть-чуть. Я еще. Сейчас, а? Да бери побольше, когда мы еще приедем. Они еще поспеть должны, вот эти вот. Такие большие, по 2500 везде. И хочется похвастаться своими покупками. Ну, где-то на 50 тысяч я купила всего этого. Ну, это вообще, вот, знаете, лучшая еда на этой планете. Вот пол авокадо я прям на базаре съела, и также мандарины поела, перекусила и сытая. Половина, конечно же, съедят дети. Мне достанется только там где-то 30% из всего. Вовочка нарисовал мне такой рисунок. Прелесть. Ну-ка, что где-то? Жучки? Паучки? Это цветы, это поляна цветов. А ты идешь на поляну цветов. Ой, девожечки. Мне очень приятно. Потому что ты на меня уже злилась, а я тебе... Мама, смотри. Мама, смотри. Надевай пижаму для пуста. Хорошие. Надевай для пуста. А ты не ляпнулся с Матусей вместе? У меня сегодня чечевичный суп без картошки, просто чечевица, карри, зелени, очень много всякой разной. Я в конце ее закинула, когда суп уже был готов. С лимончиком, с перцем, очень вкусно. Он у меня еще сварен на целебном бульоне из всяких овощей. Целебный овощной бульон. Я поджарила лук. У меня не было также моркови. Вместо моркови тыква. На терке натерла. Ее даже здесь не заметить. Такой хумус сегодня делаю. Сразу на нас и на маму с папой. С зеленью. Вот это зарядка. Эй, такого не надо, ударитесь. Вот как Марта можно, вот как Марта. О. Тихо, тихо. Галтели не бьют, галтелями отжимают. Мартуся, расскажи, что ты делаешь? Я ее укладываю. Молодец. Как же это мило. Я не могу. Как же я мечтала о такой вот маленькой, которая тут куколок укладывает. Посмотрим, посмотрим это. Клим хотел себе чебурашку. Марта теперь никому его не дает. Даже Вове в ручки взял. Давай вот это посмотрим. Какое? Вот это? Вот это. Мы тут заказываем айхерт.
Дети что? Выбирают витамины это себе. Для здорового сна таблетки какие-то. А, папа, давай Дима, мама, у тебя да. У тебя пап. Давай о, Дима, мама. Давай. Ищи дальше, чем видно. Клим, ты раньше недели не увидишь. Мама, все. Нет, ну ты понимаешь, вот я вот чувствую императорство. Ну, вот я вот чувствую, все, он у меня, и я с ним все равно когда-то поиграю. Ты мой хорошенький. Давай. Матусь. Мартуся. Мама. Мамуля. Климась. Ой, Матусь. Хватит одно и то же говорить. Не надо его отбирать. Ты это ты хочешь поиграть, скажи мне? Или я? Он для тебя берет. Ну да. Тима хороший. Он так вот хотел, такие. Оказывается, Климу это подарить не этого не чебурашку. Как не? Расстроился. А какие ты хотел? Мы Клим решил играть. Проблему. Я хочу ага. Хорошо, играй. Да, Матуся, он лучше, да, даже пластилиновый? Его Климасик лепил. С любовью. Мы так и не сходили в кино, но Клим уже насмотрелся всяких тизеров. Отзывов. Тиктоков. Кать, вот такой? Нет. А как? Так, все, спать. И шьет вот этого? Нет, ты че, она не... Подай. Он хорошенький, да? Матуся. А Матуся выбрала маленького. Вот куда ты его положишь спать? Сюда. Вон. Рядышком, да, с тобой будет? Только ты его уже помял, он такой красивый был? Да. Ну ничего, я и нового сделала. Мама, вот это дубулатка. Ладно, я пошел. А как его еще называют? Дубулатка. Скажи, Бубузяна. Бабуяна. Все, споки-ноки.